Как сподвигнуть своего партнера жениться? Да, к серьезным отношениям. Каждой женщине, наверное, 99%, все-таки 1% оставим на необычные случаи. Но очень важно быть замужем, очень важен этот статус. И когда она говорит, что это не так, скорее всего, она подстраивается под мужчину, потому что он этого не хочет. Я тоже подстраивалась, я тоже играла в эту игру, а что мне оставалось делать? Но в какой-то момент я его женила на себе.